Всем привет! Добро пожаловать на канал «Золотого яблока» в нашу рубрику «Новинки», где мы, команда «Золотого яблока», делаем что? Вместе с вами смотрим наши новые бренды, рассказываем, показываем. Сегодня будем делать анпэкинг. Как вы видите, у нас техника. Техники много. С вами Таня. Наташа. И Наташа. И не забывайте, что когда смотрите рубрику «Новинки», вы не только первыми узнаете о классных брендах, которые у нас появляются, но и имеете уникальную возможность поймать промокод на дополнительную скидку 10% на сайте и в приложении. У нас здесь три бренда: Kitford, Asiana Beauty и Jimmy. Да. Техника из разных категорий. Ну что, начнем с бренда Kitford. Давай. Кстати, я только недавно знала, что это российский бренд. И у нас отпариватель. Да, вообще про бренд можно сказать, что у них достаточно приятный ценник, очень много разные техники, то есть большой ассортимент. Дополню слова Натали. Бренд действительно очень приятной ценовой категории, но не за счет экономии на технологиях или материалах, как вы сейчас увидите, а за счет максимально лаконичного подхода к маркетингу, к дизайну, в том числе упаковке. Вот она здесь максимально простая, но со смешной надписью. С меня складки гладкие. А тут написано всегда что-то новенькое. Мне очень-очень нравится, что у него есть отдельный кейс для хранения. Это просто красивая коробочка, куда его складывать можно. Ты видишь, ты набрала сюда воды. Такая бац-хлобац. Вот, готово. Короче, я уверена, что он мигает, и это значит, что он нагревается. А когда он будет гореть или погаснет, одно из двух, когда он придет в постоянное состояние, то на эту кнопочку уже можно нажимать и парить. Оп-оп-оп-оп-оп. 800 ватт. Это мощность. Мощность, да. Да. Подача пара 20 плюс-минус 5 грамм в минуту. Давай покажи, продемонстрируй уровень мятости. Вот. Давай. Ну, он отпаривает очень хорошо. Это кофта такая, это не боди, не переживайте. Очень даже хороший эффект для ручного отпаривателя, потому что я таким пользуюсь дома. И вот именно таким или похожим? Другого бренда. И по ощущениям, что вот эта штучка помощнее. Да. Еще есть насадка с ворсом. Такое обычно отпаривают, знаете, что-то текстурное. Можно мебель отпаривать, можно шубы, можно пиджаки, ну, кто что любит. Тут просто получается металлическая... Ну, поверхность напыления, как у обычного утюга, в принципе. То есть можно отпаривать прямо ей. А вот это, я думаю, для более деликатных тканей. Да, но несмотря на это, она отпарила у меня хлопковую полностью кофту. Да. Можно брать с собой. Весит, кстати, знаете, сколько? 1,2 килограмма. 1,2 кило. Магическим образом появился следующий продукт. Это ирригатор, но прежде чем мы расскажем про него, хочу напомнить, что когда вы залили воду в ручной отпариватель и потом им попользовались и убрали, обязательно выливайте воду, потому что если она застоится и начнет неприятно пахнуть, вашей одежде это совершенно не нужно. Ну и отпаривателю это не на руку. И отпаривателю не на руку. Резонно? Да. Давай. Погнали. В общем, ирригатор — это супер вещь для тех, у кого брекеты, у кого коронки, у кого близко стоят друг к другу зубы, и там остается еда. И сложно эта прочистить штучка, неси, да? Да, поможет просто прочистить все. Я ее всегда называю, чтобы объяснить людям, что это, потому что так вышло, что есть кто еще не знает, что это такое. Это керхер для зубов. Вот представьте, вы свою машину намываете, да, и от нее вся грязь отлетает. Вот то же самое, только для зубок. Да. Он тоже в кейсике. Да, в него можно заливать воду или всякие растворы там на любителя. Хочу отметить дизайн. То есть то, что это ирригатор в такой суперудобной переносной сумочке, тканевой, красивой. Да. Вот вроде бы казалось, да, этот ирригатор не портативный, есть модели, так скажем, как... Как ручка, типа? Как ручка, да, так скажем. А этот, он стационарный, но он все равно имеет небольшой размер для такого вида ирригаторов. И его можно взять с собой. Вау! Вы посмотрите. Это, знаешь, в детстве игра такая в зубного врача. Да. У меня просто не было никогда ничего от бренда. Я в целом была с ним знакома очень поверхностно. Даже не знала, что он российский. Ну, просто вот это внимание к деталям, все упаковано, все грамотно, как-то компактно, стильно, все для людей. Да. Здесь резервуар на 600 миллилитров, это... Этого точно хватит на то, чтобы хорошенько прочистить одну полость рта. Более чем, я вам скажу. И здесь есть разные насадки. Точнее как, это две одинаковые насадки, но они... Разного цвета. Разного цвета, чтобы вы не путали. Дальше здесь шланг для подачи воды из резервуара в сам ирригатор. И уютная, милая подставочка. Вот так вот ставится во время, когда вы ее не используете. У него регулируется давление. Ну, нет, не давление. Напор. Напор, да.
регулируется напор от 1 до 4, и можно прямо на ручке включить и выключить. Хочешь сделать перерыв, перейти от одного места к другому и так далее, ты можешь включить и выключить прямо на ручке. Это прямо кайф. На батарейках, да. Он на батарее заказывается? Да, тут есть, кстати, режимы. Смотрите, есть режим норма, мягко, это у кого чувствительные десны, я думаю. Пульсирующее, то есть оно такое делать, да? Тут, получается, снизу есть, да, присоски, чтобы к раковине надежно поставить и не уронил его кот. У меня кот так сломал ирригатор. Я-то думала, что это проводной агрегат, потому что увидела здесь провод, но он заряжаемый. Далее у нас по плану триммер Китфорд. Написано, работаю четко по контуру. А у ирригатора была полость рта, забота моя. Я думаю, про триммер мы не будем говорить много. У него красивая лаконичная форма. Я нашла что-то в магнитик. Магнитик. Три разные насадки, с помощью которых можно регулировать длину, собственно, триминга. Кстати, тут есть вот такая очень маленькая, нет, скромная щеточка. Щеточку это дело. Да, чтобы чистить. Меня просто ее размер умиляет. Я считаю, что это супер вещь для тех, у кого раздражение от бритья, у кого очень чувствительная кожа, и это прямо кайф. И все, я предлагаю перейти к бренду Asiana Beauty. Это массажер для шеи. Хай-тек. Пульт. Собственно, сам массажер. И зарядочка. Да, вилки нету. Кстати, про сам бренд. Это, как понятно из названия, бренд азиатский, бренд корейский. И у него очень интересная философия, что буквально 10-15 минут ты уделяешь себе с этими гаджетами, и это поможет тебе как можно дольше не ходить к косметологам и другим профессиональным специалистам. Угу. Ну, я, конечно, бы это позиционировала как скорее как поддержание красоты, домашний уход Мне и кажется, расслабление. Расслабончик, да, расслабончик. Тотальный. 6 режимов электрических импульсов, 15 уровней воздействия для снятия боли в шее. Быстрый нагрев за 3 секунды, я читать разучилась. У него вот здесь загорается панелька, которая обозначает, что он нагревается. Угу. Здесь вот это вот пластины, которые дают импульс, и его можно регулировать как с самого массажера, так и с пульта. Ой, все стильно? Хорошо. Стильно. Я теперь только так по офису. Правда, у тебя как будто бы слишком тонкая шея для того, чтобы тебя нагревал. О, там такой приятно? Он воздействует именно на меридианные линии, то есть те линии, которые используются в традиционном китайском массаже при проработке тела. И он помогает расслабиться, убрать мышечные спазмы, улучшает сон, улучшает кровообращение. В общем, магия, да и только. У него такие как будто бы поступательные импульсы, то есть он... Ну, у него прям такое ощутимое покалывание. Да. Мы прибыли из будущего, чтобы сообщить вам промокод на дополнительную скидку минус 10% на сайте в приложении «Золотого яблока». Успеваю воспользоваться. Не в будущем, а в настоящем. А в настоящем, хорошо сказано. Помню, он действует очень ограниченное время и на огромный список брендов, которые вы можете найти у нас на сайте и в приложении. Так, это маска. Светодиодная. Светодиодная, у нее 7 цветов, и каждый цвет обозначает разное воздействие. А ты прикинь, на фестиваль какой-нибудь прийти вот так. Вообще, кстати, красный, мне кажется, это самый типичный свет для вот таких вот фототерапевтических ламп. Улучшает циркуляцию крови, способствует выработке коллагена, разглаживает морщины и в целом улучшает состояние кожи. В принципе, понятно, почему он используется как основной. Дальше у нас зеленый. Он... Я, знаешь, как будто стереть память. Ладно, зеленый. Давай. Зеленый, он оказывает лимфодренажный эффект. Это прям вот мой мастхэв. Я тоже хочу немножечко покупаться. Жалко. Прикинь, такая на двоих маска, типа. Хочу покупаться в лучах этого света. Так, ладно, далее. Далее. Так, синий. Красивый какой-то цвет. Синий. Он как раз устраняет акне, вызываемое пропионово-кислыми бактериями. Помогает бороться с акне и улучшает как раз состояние волосяных фолликулов, в том числе из-за которых у нас на лице появляются воспаления. Вау! Светло-фиолетовый тоже осветляет акне, постакне, наверное, и уменьшает дряблость кожи. Та-дам! Это бирюзовый, однозначно, и он повышает энергию клеток и ускоряет метаболизм. В принципе, такая рабочая масочка, то есть ты сидишь за компьютером, такой... Так, далее.
оранжевый, улучшает кислородный обмен в клетках, циркуляцию крови и тоже осветляет пигментные пятна. Фиолетовый дальше. Это, как мы понимаем, сочетание красного и синего цвета. И он тоже оказывает заживляющий эффект на рубцы и постакне. Кстати, на процедуру надо 15 минут. Этого достаточно. Подходит для всех типов кожи. Блин, это эпик. Да. Аппарат для ультразвуковой очистки. Та-дам! Так, Симпапуля, привет! Мне, кстати, кажется, что у многих, по крайней мере, у меня точно, девушек, ультразвуковая очистка лица была одной из первых бьюти-процедур, которые мы делали в салонах. Потому что эта процедура очень понятная, неинвазивная и при этом подходит очень широкому спектру запросов. Это многофункциональный гаджет, потому что, во-первых, да, он оказывает просто ультразвуковую чистку, то есть воздействует звуковой волной на кожу, она, если простым языком, как бы растрясает содержимое пор и помогает выйти наружу излишком кожного жира, загрязнением, которые там могут быть и так далее. То есть это всегда делается по какой-то определенной сыворотке, выглаживая загрязнение из поверхности лица. Но еще этот аппарат умеет делать массаж. Массаж лица, который помогает повысить упругость кожи, избавиться от каких-то мелких морщинок первых. Так что я бы сказала, это да, несколько задач в одном. Питание кожи, подтяжка и удаление морщин. Да, то есть она очень много что умеет. Я когда включила, там на самом деле столько функций. Вот таким образом мы делаем чистку. То есть когда она работает, вы будете прям видеть, как выходит такой небольшой тоненький слой жира, скопившегося. Ну, отмерших клеток. Отмершие клетки, да. Дальше его можно использовать в другом режиме. Мы нанесли какую-то сыворотку или легкий крем, и вот так вот с помощью вибрации он будет глубже проникать в слои кожи. И также, допустим, если вы похлопывающим движением вот так вот, то он будет разглаживать морщинки. Третье – это режим для питания. Четвертое – это похлопывающий массаж, причем аппарат сам вибрирует вот так вот. Пятое же – это режим для удаления морщин. Вау-к-чау. Да, он очень удобно лежит в руке, приятный у него материал, поэтому рекомендацион для тех, кто любит такое, хочет это делать дома. Да. И что мне очень понравилось у бренда – все девайсы беспроводные. В принципе, это касается всех вообще средств, которые мы сегодня тестируем. Ну и что ж, напоследок, это корейский бренд Jimmy. Бренд техники. Вау! Знаешь, это просто эффект, когда ты первый раз открываешь какой-то классный, да, классный девайс. Давай приподнимем. Да, может. Давай. Вот. Это, конечно же, фен. Фен с несколькими насадками и таким любимым мной диффузором для кудрявых волос. Да, опять же, это топ. Jimmy – это бренд, который собрал множество призов и наград именно за высокотехнологичные двигатели. И в вопросах фенов это особенно важно, потому что нужно поддерживать стабильный напор воздуха, нужно поддерживать стабильную температуру определенного уровня, чтобы не травмировать волосы. И, кстати, я знаю, что у этого фена еще очень тонко настроенный, тонко, так скажем, калиброванный датчик температуры. То есть он замеряет температуру чуть ли не 50 раз в секунду, чтобы поддерживать прям ее стабильный и держать ваши волосы защищенными. Давай попробуем. Вау! Воу-воу-воу! Вообще прикольно, что она магнитная. Сама насадка из плотного пластика. Но при этом магнит такой, что держит прям будь достойно. Здоров. Да. Да. Получается, у нас в комплекте три насадки. Это диффузор и два сопла. Одно шире, другое уже. У него три скорости. Три тепловых режима от 55 до 95 градусов. Получается режим холодного воздуха, режим горячего воздуха или режим циркуляции горячего и холодного. Если вам нужен горячий режим, это прям вот быстро-быстро высушить. Если холодный, то это защитить волосы, придать им гибкости. А если смешанный, то это и сушка, и стайлинг. Смотрите, это физика. Вот это нижний режим, побольше и максимальный. Крутой, мощный фен. Легкий, с магнитными насадками, с разными температурными режимами и умным контролем, собственно, пресловутой температуры. Да, и иончиками. Иончиками. Мы очень давно уже тестируем косметику в таких видео, и было прикольно познакомиться с еще одной категорией, которая у нас постоянно расширяется на сайте, поэтому обязательно заходите, смотрите бытовые приборы, бьюти-приборы, фены и такие даже нестандартные вещи, как ручной отпариватель, но очень удобные в быту. Ну, все. Да. Всем большое спасибо, что были с нами, и всем пока-пока. Пока.